Приветствую. У меня завтрак. Мне на день учителя, я же по первому образованию учитель, муж подарил кружку. Заваривается чай. Я вот, кстати, сейчас подумала, мы где были в отеле, нам постоянно там давали со специями все. Вот не на специи или какие-то, у меня тоже это накопилось, все вышло. Потому что дома я тоже приобрела специи, может, слишком делала плов, много бухнула, а может, еще то, что накопилось, что нам там давали. В общем, не знаю, не очень поняла. Заварку пока оставлю здесь. Прям хочу крепкий чай. Ну, то есть кофе вы крепким чаем с небольшим количеством сахара заменяете. Положила я вот, получается, практически одни кабачки, один перчик и бекона немножечко. На гренке у меня тоже бекон. Я выбрала такую, ну, менее жирную часть. Но лучше ветчину использовать. Давайте за завтраком такую болталочку сниму. Почему я показала? И вообще сама, когда спадает обострение, начинаю вводить продукты, которые вроде, казалось бы, ну не очень можно, да? Хотя, в принципе, зеленые перчики немножко можно. Я вот я подумала, может, у меня и от перцев это все уже. Бекончик так в небольшом количестве масла не очень поджаривается, как тушено жареный. Вкусное такое блюдо. Картошку я тоже сейчас ограничиваю, поэтому кабачки. Так вот, постепенно нужно вводить все эти препараты. Не препараты, продукты, на которые у вас аллергия. Ну, не то, что аллергия, а вот с диеты, вот из этой гипоаллергенной, вот то, что там указаны, какие продукты, нужно тоже потихонечку их вводить. Яйца, говорят, вот в том числе тоже аллергенные. Почему? Потому что организм потихоньку должен возвращаться в нормальное русло, и нельзя чего-то не употреблять. Если у вас пожизненная аллергия на рыбу, шоколад, страшенная, до удушья, конечно, убирайте. Но если это просто сезонная, вот как у меня, все равно вводить постепенно это нужно. Все, не болейте. Всем удачного дня, приятного аппетита, кто кушает. У меня как бы такой завтрак еще получается.